На самом деле впечатление большое, и разбирает на самом деле большая гордость за нашу страну и большая гордость за то, что достойно снимают фильмы на самом деле. Вот что... сейчас уже лет такие фильмы ставят, такие житейские, реальные, прям человеческие, обычные, сами эти дурачи, американская фантастика. Мне очень понравился этот фильм «Космос», Хабенский, великий актер.